Всем хеллоути, ребятушки. Микрофона, как обычно, Домриэль, и со мной сегодня Юра с канала «Хочу играть». Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в кооперативную шпионскую игру Operation Tango. В игре недавно вышло обновление, где добавили испытания, поэтому, я думаю, будет интересно. Также напоминаю, что геймплей у хакера и шпиона отличается, поэтому версию от лица Юры вы сможете посмотреть по ссылке, которую я оставлю для вас в комментариях. Ну а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Так, ну я по стариночке буду хакером. Мне это более Давай привычно. Давай, я буду агентом. Начать. Так, ну и вот режим испытаний. Учебный центр Швейцарские Альпы. Good morning, agents. Доброе утро, агенты. Быть оперативником Танго — интересная, но и рискованная работа. Поэтому милости прошу в наш сверхсовременный учебный центр в Швейцарских Альпах. Вы хорошо зарекомендовали себя и заработали доступ к симуляциям экспертного уровня. Проходите испытания, и вам станут доступны новые области центра. Посмотрим, как быстро вы придете к финишу. Удачи! Такие дела. Так, ну чё, мы прошли уже? Попробовали? Да, мы попробовали 5 испытаний, и с первого раза пройти там на серебро, на золото — это реально сложно. Поэтому мы до ролика прошли 5 штучек на эту серию. И в этой серии мы постараемся улучшить наш результат. Давай, первое. Да. Наше Окей. время здесь 3.12, а время на золото надо минуты 15. Да, ну когда не знаешь совсем, то тяжелее, конечно, проходить сразу на какую-то медаль. Так, ну вот теперь мне нужно дорогу, чтобы подсказал. Да, сейчас, так, роботы, устройства, камера. Вот, чуть-чуть сдвинься влево. Ага. Вперед на 3 клетки. Теперь сюда, да, на 2. Так, сюда на 2. И ключ здесь забирай. Так, ключ, смотри. С левой стороны слэш в правый нижний угол. И внизу точно такой же. А справа посередине треугольник слэш идет, получается, в такой же угол, только с другой стороны, блин. Попробуй, так, в правый нижний угол, да? Да. 5-2-9-7. Неправильно. 5-5-0-3. Тоже неправильно. Так, слэш куда идет? Из правого нижнего угла. Ну вот смотри, из верхнего левого в правый нижний. И там, и там. Но только треугольники перевернутые. То есть по левой стороне они смотрят диагональки эти, смотрят вниз. Давай, попробуй. 2-0-4-8. Да блин, опять на золото не успели. Здесь проще просто цифры подобрать. Давай. 9-6-0-4. Не-не-не, я взял ключ, пока говори, куда идти. Блин, точно, там же надо говорить, куда идти. Так, как сейчас на камеры. Так, прямо на 3 клетки. Ага. Право на 1. Ага. Потом прямо на 3. Раз, два, три. Так, потом куда ты смотришь — на 3. Раз, два, три. Потом на 2. Раз, два. Потом раз, два, три, 4, 5. На 5. Раз, два, три, 4, 5. Здесь, по-моему, налево, одна, да? Да, одна. И все, да, и прямо. Ну, мы прошли на серебро, это тоже достижение. Ну, хотя бы на серебро. Блин, да эти дебильные треугольники, я их ненавижу, их не понимаю. Все, ничего страшного. Вот здесь реально сложность именно, блин, угадать этот треугольник, объяснить правильно. Ну уже круто, что, уже серебро получили, мы попробуем какое-нибудь испытание на золото. Однозначно. Так, здесь у нас было 6.18 бронза, здесь на золото нужно 2.30. Погнали. Да, давай. Там, по-моему, 2 испытания, не одно. Управление индикатором. Так. Так, здесь мне надо скачать, я эти сам уже буду видеть. Так, и теперь мне нужно, вот я на 2 нажал, и смотри, 2, 190 синий. Подожди, подожди, я забыл, куда заходить надо. Сейчас, блин, приложение для наблюдения. А, вот управление индикатором, вижу. Так, давай. Синий 205. 205. Ну, 205. В смысле, я ж выбрал 205. Давай еще раз. Второй. Синий 185. Синий 185, вижу. Вот. Ага, ништяк. Ты можешь не говорить, я вижу на карте их. А.
Давай. Понял. Желтый 1100, синий 2500. Желтый 1100, синий 2500. Да. Ага. Так, все, ништяк. Желтый 3, сиреневый 4,6, синий 1. Так, синий 1, ага. С так. Первым какой-то тупняк был, я не знаю, игра тупила. Так, желтый 92, сиреневый 66, синий 80. Желтый 92, сиреневый 66, синий 80. Ага. Отлично. Так, все, ништяк. Теперь мне внизу нужно будет сейчас что-то сделать. А, IP-адрес, по-моему, мне сказать там надо было, нет? Да, IP-адрес 152. Ага. 200. Угу. 158. Ага. 254. Теперь будет игрушка это, соединение. Помнишь, ты мне показывал эти... А-а-а, давай. Какой тебе нужен? Так, сейчас, секунду, пока загружается. Так, мне нужен ромб розовый. Ромб розовый, окей, сейчас. Давай, прыгай. О. Нормально? Так, теперь желтый треугольник, да, желтый треугольник. Желтый треугольник, хорошо, поехали. Так, вижу его, только как и до него добраться-то еще надо. Блин. Я вижу его, но я не знаю, как добраться. Черт, сейчас, стой. Может быть, отсюда надо? Нет, не отсюда. А, вот, все, вижу. Так. Вот. Теперь квадрат, да, наверное, нужен будет? Блин. Да, зеленый квадрат. Я с это. Ай, ты, блин. Эй, а как я обойти? Я поспешил, коснулся. Ну ладно, мы уже на золото не успеем. Зеленый квадрат, давай. А, были шансы, были. Так, есть зеленый квадрат. Теперь ромб, да, наверное? Нет, теперь вот это вот нейрон какой-то, нейтрон. Понял. Вижу. Так, ага. Атом, блин! Атом, опять, ну. Так, сейчас. Ты спешишь. Хочу попробовать быстро, да, но выходит как всегда. Так, не буду тогда спешить сейчас прям совсем. Ага. Так, она еще, знаешь, он этот шарик сам по себе как-то двигается в какую-то сторону иногда. Чаще всего вниз, куда-то влево его кренит. А, ну тут показаны такие треугольнички. Ну, чё там? Так, этот ромбик розовый. Вижу. Я забыл, что я тебя должен называть. Ага. Ну. А, да, ёкарный бабай. Ты прикалываешься? Желтый треугольник. Желтый треугольник, вижу. Ты, мне кажется, слишком торопишься. Да нет, я сейчас наоборот попробую. Чуть-чуть. А вот он. Ага. Так, есть зеленый квадрат. Так, вижу. Сейчас. Так, теперь опять этот атом, нейтрон, блин. Ага, вижу. Короче, я примерно понял. Запомнил, где эти порталы находятся, чтобы быстро добегать. Так, и розовый теперь. Вижу розовый. Все, вот со второго раза я запомнил, походу, как эти порталы расположены. Все, теперь мне надо, чтобы ты открыл эту штуку. Так, все, файл расшифрован. Все, мы прошли на серебро. Серебро. Ну, можно было бы быстрее, на самом деле. Ну да. Ай, блин, я нажал не то. Я нажал повторить. Ну, давай повторим, окей. Да, попробуем все-таки на золото пройти. Раз уж на то пошло. Так, приложение. Управление индикатором. Все, готов я. Так, все, ты готов, да? Да. Погнали. Да. Двоечка. Синий 180. Синий 180. Ну, вот, ага. А давай. Все? Да. Так, желтый 2800, синий 2000 ровно. Так, синий 2000 есть. Так. Желтый 6, сиреневый 2,8, синий 7. 2,8, синий 7, окей? Да. Есть. Так, желтый 84, сиреневый 64, синий 50. Так, сиреневый 64, синий 50, правильно? Да. Ага. Все, готово. Все, бегу, еще целых полторы минуты у нас есть в запасе. Так, IP-адрес. Так, IP-адрес 158, 254, 179. Так, подключаюсь. Давай, вот минут 30 у нас.
Минута 20 уже. Да, давай, давай, говори какой. Ну, сейчас он загружался. Так, мне нужен розовый ромб. Розовый ромб. Главное мне в порталах не запутаться. А мне не коснуться. Так, теперь треугольник желтый. Так, вижу желтый треугольник, сейчас. Набил далеко. Шифера. Да нет, 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 не бери, не бери, это я случайно. Вот, желтый треугольник. Так, зеленый квадрат. Так, вижу зеленый квадрат. Так, 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 мы почти, почти. Так, и нейтрон этот. Ага. По сути, я могу заранее попробовать предугадать, что тебе нужно будет, и стать сразу туда. Так, все. Ну, теперь золото должны получить. Да, мы получили золотую медаль первую, наконец-то. Ну, мы бы, по сути, бы и в прошлый раз бы могли получить. Ну да. Да. Давай, испытание 3. Погнали, я уже забыл, что там. 8.32. Да, время на золото 2.15. А, тут, наверное, будет этот робот-пылесос. А, скорее всего. Так, ну ты уже карту, по-моему, сразу взламываешь. Мне только этого робота-пылесоса, да, сразу. Робота-пылесоса надо, и мне тебя надо провести, а потом тебе надо вроде бы как упасть. Да, 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 все, я есть. Ты взял робота-пылесоса? Да, 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 взял. Пошли за мной. Угу. Так, подожди, ты только это. Ты, ага. Ты как, ты пробегай до следующего поворота. Да, 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 я тебя жду, стою как раз. Ага. Не, ну с первого раза здесь точно на золото не проходится, потому что. Надо потренироваться. Так, ну вот она твоя это. Да, сейчас графический ключ должен быть. Твой нелюбимый графический ключ. Так, графический ключ, у тебя треугольники, у меня графический ключ. Готов? Так, сейчас, мне надо куда-то пробежать, а я забыл просто куда. Давай. А, ну все, вижу, да, графический ключ. Давай, погнали. Б1 в левый верхний угол смотрит. Б1 в левый верхний. Все, ништяк поставил. Потом стенка между Б1 и Б2. Поставил. Стенка между С1 и С2. Между С1 и С2 поставил. Так, С2 смотрит в правый верхний угол. Правый верхний поставил. B3 смотрит в правый верхний угол также. Поставил. Между B3 и B4. Стенка. Да. Ставил. Между C3 и C4 стенка. Ставил. И C4 в левый верхний угол смотрит. Есть. Все. Так, так, я все открыл, открыл, открыл. Да, 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 я еду. На какой балкон мне надо? На правый, на первый правый балкон. Давай быстрее. Я здесь, здесь. Чуть-чуть в край, чуть в край. Наоборот, да, вот в тот. Еще, еще в край возьми. А, все? И все прям... прямо на меня, прямо на меня. Еее! Нормас, на тоненького 204. Да. Ну, это было на тоненького, на самом деле. 204. Чуть-чуть, не успели бы. Ну, немножко я забыл, блин. А вот здесь вот лазер будет. Да, здесь лазер с уборочной машинкой. 7.57 мы первый раз прошли. Надо 2.30. Ну тоже, да. Тоже на самом деле может быть сложно из-за очень чувствительной вот этой вот фигни, которая лазер закрывает. Ну да. Так, что, начали. Ты можешь уже лазер взять, да? А, турель, да, турель же нужно с турели начинать. Ну давай. Ну да, турель. Так, все, я вижу эти шарики. Смотри, в то же место, где ты бил первый раз... Только ага. Ниже, где я стою, вниз, вот на пол. А, на пол? Да, на пол. В смысле, подожди, сюда? Да, чуть ниже еще возьми. Еще прям чуточку. Блин, это не так просто. Вот, вот так, вот сейчас я, когда он будет подходить, этот шар, я тебе скажу. Ага. Прям пуляй туда. Так, вот он почти подкатился, подкатился, стреляй. Все, ништяк, в него попал. И теперь второй... Значит, вот здесь, где я стою, наверх, прям над, над этим, стреляй быстрее. Все, ого. Ништяк. Быстренько получилось. Вот, вот это тайминг. Теперь тебе нужен этот. Робот-уборщик, по идее, да? Я тебе лифт подогнал, и сейчас откроется. Робот-пылесос нужен. А по лазерам я могу ездить, да? Да, их нет нигде. По-моему. А, точно, да, их нету. Так, хорошо, я поехал в лифт.
Вот это ты пропёр. На максимальной скорости. Так, теперь мне что-то надо куда-то там подойти, я если не ошибаюсь. Да, панелька там какая-то управление должна быть. Чтобы ты мог мне дверь открыть и лазеры закрывать. Да-да, все, точно. Блин, это же сложно будет очень. Ну да, вот типа если здесь с первого раза не проходишь, то на золото точно не пройдешь однозначно. Да, наверное, скачать. Блин, пока это все еще скачается, пока эти анимации все пройдут. Так, открывай. Дверь я тебе открыл, но сейчас подожди, не езжай, сейчас она. Ну да, подходит. Да, я вижу лазеры эти. Скажешь, когда бежать. Все, все? Можешь ехать. Ага. Так, погнали. Я буду сразу стараться подъезжать к моменту, как исчезает лазер. Да, давай. Ага, вот я говорю, погнали. Самый сложный момент, вот этот переходный между локациями. Ага. Я еще веду, где дверь стоит, да? Да, да, где дверь стоит, потому что нужно сразу понять, откуда мне... откуда мне... куда ехать вообще. Ну, во второй раз это уже полегче идет. Так, стой, стой, сейчас будет опасно. Вот, вот здесь, да, я в прошлый раз запоролся. А, стой, чё, подожди. На меня прыгай, на меня. Все. Нам ни одной секунды не хватило до золотой медали. Да ладно, серьезно? Нормас, окей. Ну давай, ладно, вернемся к первой пока что. Давай попробуем первую пройти на золото. Блин, ну тут вопрос все вот с треугольниками. Ё-моё, ну а это сложно. Уже к тому моменту, так. Мне кажется, ты вот эти лазеры, расположение их можешь выучить уже без моей помощи. А, вот здесь где-то, да, я должен идти? Сейчас, подожди, я камеру подключаю. Нет, чуть-чуть вот в сторону. Ага. А. Все, давай, три. Потом две. Потом две. Все, и до конца. И... Так, я заранее сразу ключик подрубаю. А, прикол, хочешь, тебе скажу, мне в другую надо. Серьезно, что ли? Да, давай, раз, два, три, куда. Блин. А, дальше? Ё-моё. Давай на одну вперед. Ага. Потом на три. Вот это подстава. Три. Две. Так, четыре. Все, и до конца. Глянь, это подстава, слышь, мы сейчас не пройдем из-за этого. Не пройдем, конечно. Треугольник, тут еще и все треугольники. Короче, три треугольника, в правом нижнем углу его нет. И вот треугольник первый, слэш в правый верхний угол. Да он и справа точно такой же, просто они перевернуты в разные стороны. Ага. А внизу... 0758, 0758, пробуй. Не, не подошел. Да, ну ты, блин, ну в смысле, подожди, а справа нету внизу, правильно? Справа внизу нету, да. Так. Справа вверху смотрит диагональ вниз. Диагонально. Ага, подожди, 2, 6, 4, 5, а нет, стой, нет, 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 нет. 9, 3, 2, 1. 9, 3, 2, 1. Да. Да, это он. Блин. И теперь опять проход. А теперь опять проход. Ну, ё-моё. Ну, давай. Три. Ага. Один. Ага. Один. Ага. Три. И до конца. Ну, да? Это, блин, это подстава, ё-моё. Ну, зато серебро. Так у нас и было серебро, мы ж прошли его. Думаешь? Да, у нас было серебро. Ну, видишь, в наше время лучшее два... А, старое не показывается. Ну, короче, у нас примерно так же было. Ну, давай, окей, еще раз. Я надеюсь, я смогу этот дурацкий треугольник. Давай, блин, по диагональкам. Я тебе буду говорить, диагональ влево или вправо. Допустим, ладно, хорошо, давай сейчас. Теперь мне в правый ближний надо идти. Угу. Давай, еще три. Раз. Три. Так, две. Угу. Две. Угу. Все, давай. Так, смотри, точно такой же, как в прошлый раз. Справа внизу нету, слева... по стороне смотрят диагональки вниз, а справа диагональка смотрит вверх. То есть по левой стороне они одинаковые? Да, одинаковые. Справа диагональ. 7714. Нет, не подошел. 9321, вот это 100% подойдет. Да, это он. Все, погнали, показывай дорогу. Сейчас, подожди, Миш, на камеру надо вернуться. Вот проблема еще какая. Так, давай, две. Две. Одна. Одна. Три. Три. Три.
Три. Две. Ага. Четыре. Раз, два, три, четыре. Еще одну, нет, стой, еще одну. Еще одну, ага. Все, одну и все. Давай, 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 быстрее. 10 секунд осталось. Да давай, открывайся, блин, я ненавижу эти анимации. Все, ништяк. Наконец-то я нормально, более-менее нормально понял, о чем ты мне говоришь про эти треугольники на ключах. Ну да, видишь, тут потренироваться, и тогда окей. А четвертый, а что там с четвертым было у нас? Да, я там натупил. IP-адрес 203. Подожди, мне надо включить эту штуку. Ага. Так, 203. 179. Ага. 240. Угу. 175. Так, подключаюсь. Так, все, они светятся. Я еще забыл, что у тебя они крутятся, и ты не знаешь, с какой стороны именно. Да, да, в этом-то и проблема. Так, аналих. Я забыл эти вот три, блин, которые вообще так вот на другой стене, на которую даже не смотришь. Так, давай. Короче, смотри, одна половина солнышка с полностью вырезанной нутрянкой. Ага, а вторая половина, как в прошлый раз, полный вот этот треугольник, ну, не треугольник, полукруг этот, полностью закрашенный, три треугольника от него. То есть от солнышка ничего никуда не отходит, да? У него нет ничего. Ну, в дырке, там дырка большая, вот прям, вот вообще большая, там нету внутренности. Да, лучики. И три лучика, да, да, три лучика. Ага, а справа? А справа, как в прошлый раз, вот этот вот круг полностью закрашенный с тремя треугольниками. Все, понял. Ну? Погоди. Ты же там методом тыка подбираешь. Так. Блин, полностью вырезанный, говоришь? Ну да, да, просто, знаешь, как провели линию и три лучика от него. Так. Три треугольника. Да. Да что ж такое-то? Ты там не забывай, что ты еще можешь где-то смотреть. Так, не, я помню, но... Ну, ну это все, это уже не золото 100%. Так, еще раз пробуем перепройти. Сейчас, подожди, у меня теперь черный экран. А, вот, учебный центр. Да, давай, 142. У меня звук от предыдущей игры еще. 142. 240. Ага. 175. Ага. 174. Игра залагала, у меня звук идет с предыдущей игры. Ну, у меня тот раз вообще просто черный экран был, блин. Так. Так. Че, она загрузила? У тебя есть рисунок? Сейчас, сейчас, сейчас загружается. Блин, вот эта вот анимация их долгая. Так, смотри. Круг, ну только круг. Вот по-любому вот таких мало. Круг, только не круг, а как будто срезали по кускам у них. И полоска внутри. Ага, я понял. Не гладкий круг, вообще ни хрена не гладкий круг. Все, я понял, я нашел. И там, короче, с треугольниками штука и с дыркой в середине. Треугольники, ну, отходят, в смысле, в разные стороны. Да, я понял, дырка маленькая посередке? Да, дырка маленькая. Это как гайка, короче, Ну, получается, может да. быть. Все, все. Ну, сейчас, я надеюсь, получится. Да, надеюсь, быстро получится. Ну что ж такое-то? Долго как загружается? Долго. А время идет. А время идет. Так, смотри, смотри в стенку, где 7, и иди влево. Ага, есть. В стенку, где 11, и иди вправо. 11, иди вправо, вижу. Смотри в стенку, где 9, и иди в обратную сторону. Ага. Смотри в стенку, где 14, и иди влево. 14, 14 и влево. Ага, вижу. Смотри в стенку, где 15, и иди влево. Ага. Все? Да. Так, сейчас, 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 сейчас. Все, отлично. Это, да? Да. Все, ништяк. 2-0-1. Как в том испытании, в пятом, по-моему. Где нам секунды как раз не хватило. Там был 2-31, по-моему. Ну... А, или так. Ну-ка, сколько? 2.31. Да, 2.31. Окей, давай. Все, давай пробуем еще раз. Золотую медаль надо выбить. Ну, да, однозначно. То есть вот, либо с первого раза тут точно не пройти, с второй, третий точно. Так, а что там?
А, так, так, так. Так, тебе нужна турель. Турель, помню, все. Защитная я турель. Еще ездить. Давай. Так, так, так. Вот, смотри, бей вот сюда на пол, вот сюда на пол. Так, вот сейчас он подкатится. Прям чуть правее бей. Еще раз. Ага. Есть, красава. Вот теперь вот здесь, где стена, где я стою. Вот сюда вот стрельни попробую, где я лицом смотрю. Ниже. Вот, да. И чуть правее возьми. Так? Да, и прям на миллиметр выше стреляй. Еще раз. Все, красава. Так, бегу. Теперь робот-пылесос. Ага. Робот-пылесос, всё. Робот-пылесос. Выезжаю. Так, все, ты теперь его там получишь, а мне нужно открыть модуль этой фигни двигающей. Да, я уже на лифте. Так, и я тоже бегу к тебе туда. Минута 30 на то, чтобы проехать этот тоннель. Да, даже дольше, потому что пока сейчас все загрузится, всё, точнее, меньше времени будет. Ну да. Пока загрузится, это все запустится. Так, скачать еще надо нажать. Ну, в тот раз хотя бы я на лазер ни разу не стал. То есть, да, золото здесь подразумевается, что нужно вот прям без осечек, чисто вот идеально пройти все. Давай. Давай. Я уже подъехал. Стой, секунду. Вот, все. Ага. Так, тихо ты. Мигают лазеры эти страшно немного. Ага. Так. Так. Блин, ну чё они так мигают страшно? Да это я это отъезжаю, наезжаю на них. А. Наверное, они поэтому появляются, пропадают. Так, 30 секунд. Еду. Ну? Вот сейчас, да? Вот сейчас налево, да, прыгай. Стой, мимо! Нормально. Оказывается, не обязательно было на кнопку падать. В принципе, да, на панель нужно упасть. Ну все, ништяк. Ну да, супер. У нас получается 5 испытаний, и все на золото мы прошли. Вот такая серия сегодня получилась, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Ну а ссылка на все серии по игре Operation Tango будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну а с вами были Дамриэль и Юра с канала Хочу Играть. Всем пока-пока. Всем гудбайте и до новых встреч.